изначально участвовать погранично, но потом Кристина осталась вне игры, скажем так, и Карин Фриенко и Влада не хочет, как вдвоем выступали. Но дела украинской сборной мы немножко отставим в сторону, поскольку приветствуем Катю Галкину и ее упражнения с мячом. Посчитать все оценки, чтобы были засчитаны все трудности. Катя отличается от остальных гимнасток тем, что она остается верной себе, и она показывает не только спорт на площадке, но и еще кусочек спектакля. Поверьте, не делать по нынешним правилам это очень сложно. Вы видите, сколько элементов в секунду выполняют гимнастки, и насколько они сложные, и при этом надо еще передавать характер музыке. Вот в этом